Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылка, новый пакет новой почты, а это значит, что посылку нам прислали ютековская посылка. Да, ютек, вот ее прислали нам, запаковали, переупаковали в новую почту, и уже курьер новой почтой нам ее присылает на территории Украины. И смотрим, что же это у нас. Па-бам! А это набор носков. И дай бог памяти, где я их заказал. А заказал я их, наверное, на Gearbest'е все-таки. Вот. Они все одинаковые, но разные оттенки. То есть узор одинаковый. Немножко прижмаканные. Вот так выглядят. Вот. И симпатичные, мягенькие. Запаха немножко. Запах сырости. Видать, на каком-то сыром складе лежали. Да, запах сырости, но такого отвратительного ничего не слышно. Ну, давайте вот эти померяем. Совпадает ли наш их китайский размер 25-27 с нашим. Так. Тянутся. 25-27, это у меня 26,5 нога. Вот. Давайте померяем. Начал, хотел померить и развернул, и они тут имеют вот такую вот бахрому внутри. Такой ужасный монстр, ниток полно. Вот. Давайте дальше посмотрим. Ну, дальше все хорошо, все четко. Ну, давайте померяем. Носочки подошли. Вот так они выглядят. Вот. Не сказал бы, что они плотные, но теплые. То есть ноги сразу в них согрелись. Хорошие носки. Носки хорошие, мне понравились. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!